Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Армению. Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, заявила Минобороны. США поддерживают мирное урегулирование Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, сообщают из Государственного департамента. Никол Пашинян принял заместителя начальника Генштаба Российской Федерации. Визит посла Бельгии в Шуши ставит под угрозу продолжающиеся усилия Минской группы. Комитет Айдата направил письмо министру иностранных дел Бельгии. С помощью Армении можно выйти на мировой рынок, заявил иранский замминистра. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 162 случая заболевания коронавирусом, 106 человек выздоровели, двое скончались.